Добрый-добрый вечер. Добрый вечер. Кому-то добрый день, кому-то добрый утро. Мы компания Darkman. Производим большие размеры женскую одежду на своей фабрике в город Истамбуле. А фабрика у нас находится в районе? Гюнгюрен. А производим мы одежду более 40 лет. У нас есть опыт. Огромный. Сегодня мы хотим вам показать красивые, модные, стильные спортивные костюмы, которые у нас есть в наличии. Потому что как только пройдут праздники, всем захочется быть на природе, сбросить килограммы, которые наели за праздники, или же просто поехать на шашлыки, добавить себе удовольствие. Все эти вещи есть у нас в наличии. Модельчики у нас на скидке. Очень удобные серии, всего лишь 3 штучки. Это супер батальные вещи. В руках сейчас у нас у Шухри первый размер, самый маленький размер. Но посмотрите, какой он. Ну, совсем не маленький. Очень удобная одежда. Ну, такая современная. Она, можно сказать, и спортивная, и такой шикарный силуэт создает образ. Замок полностью рабочий. Хорошие, не сильные, широкие брючки такие спортивные. Высокая посадка. Талия полностью резинка. Качественные, хорошие. Сейчас очень выгодные цены для вас. Спасибо. Надеюсь, вы успели сделать скрины. Мы ждем ваших заказов. Продолжаем следующую модель. Для тех, кто только присоединился, мы делаем наш прямой эфир из города Стамбул. Наш магазин называется Darkman. Магазин Darkman имеет свою фабрику, которая находится в районе Гюнгюрен. Более 40 лет мы производим женскую одежду больших размеров. Также у нас есть своих 3 магазина, которые находятся 2 в город Истамбул, Истамбул, Лалили район, 2 оптовые магазин. А третий наш магазин находится район Османбей. И также есть у нас интернет-магазин www.darkmanshop.com. И также у нас есть 2 отеля, который находится также в Лалуле. И также есть еще один отель в город Украина, в Одесса. Опять хотел Лалуле сказать. Ну, Лалуле-то породнее будет. Смотрите, какой стильный, модный, спортивный костюм. Таким меланжевый цвет идет. Светлый серий, средний серий. Камешки, стразики. Накат, цветочки. Добавлено со Сваровски стразом. Очень высокая посадка, что будет хочу очень удобно. Хочу лампас показать. Давай, показывай. Очень красиво. Спасибо. Это светлой серии добавлена люрикс ниточка. Такие фосфорные, оранжевые, тоненькие лампас. Очень красиво дает объем спорт. В линейке 3 штучки есть наличие, сейчас очень хорошие цены. Естественно, это хлопок. Поднеси поближе, пожалуйста, может, не видно было. Это не синтетические ткани, очень приятные к телу. Это идет двунитка ткань, вискоз с эластаном. Никакой синтетика, никакой акрил, чистые органические вискозы. На со проверенное качество, очень натуральная ткань, со сертификаты есть, очень хорошие. Практика у нас есть, качество мы не придерживаемся, даже с этим кризисом мы не снизили наше качество. Единственное, что мы ограничили производство, то есть
Количество серий меньше, чем раньше было, но качество мы придерживаемся. Лавелина. Спортивные костюмы в серии 3 штучки. Удобная посадка. Сейчас, где идет прямой эфир, в город Стамбул, Лалеле район, Шаир Хашмет улица, Darkman магазин. У нас основной магазин этот самый большой, восьмиэтажный, красивый, да. Яркий. Мы сегодня на 7 этаже показываем вам коллекции из Лавелина. Мы показываем спортивные костюмы по многочисленным просьбам, которые одна лучше другое. Спинка чистая, черная, ни грамма не дает объем. Впереди яркости, такие разные, разные расцветки. Под любой цвет маникюр, который можно одеваться. Воротник идет вельвет, микровельвет даже. Такие манжеты на воротнике, микровельвет из ткань. Изнанки, пожалуйста, вам ткань. На брючке есть две боковые карма. Высокая посадка. Утяжки, шнуровка. Понравились вам модели? Скрины сделайте, посылайте нам, продолжаем ваши вопросы. Пожалуйста. Для тех, кто у нас уже делал заказы, вы можете сделать скрины. Для тех, кто не знает, что такое скрины, я, кстати, тоже до этого момента не знала. Это фотографии с экрана при просмотре нашего эфира, а мы его сохраним обязательно. Вы делаете фотографию экрана понравившейся модели и отправляете нам либо в директ, либо кто ранее работал с нашими магазинами, их у нас 3, отправляйте, пожалуйста, продавцу в магазин, с которым вы работали, и они помогут вам собрать заказ. Имя мальчика можешь представиться, пожалуйста? Darkman. Мальчика меня зовут Шукри. У него очень большая практика, он очень давно работает в этом магазине. Трикотаж, утепленная, хорошая ткань. Робчики видно помой. В линейке 3 штучки. Это идет комплект. Смотрите, сейчас какой, очень выгодные цены. Какой шикарный комплект. Он такой и спортивный, и в то же время такой модно-спортивный. И в серии 3 штучки. Интересный такой лук получится. Еще одна модненькая. Как же без розового, да? Тут красивый розовый цвет. Свет пудра. Не только розовый, приливайся там цвета разными. Там голубенький, светлый, серый. Любая девочка, когда была маленькая, всегда любила розовый цвет. И он здесь таким каким-то напылением очень красивый получился. Да, и камешки, и сразу ничего лишнего. Вот кто хочет быть ярким и красивым на природе, в то же время не уходить от своего такого воздушного стиля. Для помада есть карман на рукаве. Выше лодочка будет этот карман. Маленькие такие сваровские камушки, лампасы. Брючки тоже, талия полностью идет, резинка. Высокая посадка, костюм очень красивый, такой стильный. Очень модненькая. Спасибо. Шикарный костюм. Качество идет вискоз с эластаном, комбинированный эко-кожа.
Блюзон не расстегивается, короткий молния идет. Карманчик рабочий. Спинка полностью трикотаж. Интересный такой, модный, стильный. Обратите внимание, как кожа, вставочки. Как ты говоришь? Упал, значит, продастся же? Упал, значит, продастся. Затем наличие мало есть. Кто успеет, может и заказывать. Сейчас очень хорошие ценами. Вот где карманчик идет, эко кожа. Такая же форма есть у брючки. Утяжки. Резинка. Спорт шик с капюшоном на замок. Да, мы продаем только оптом. Для тех, кто к нам только присоединился, хочу рассказать информацию о нас. Мы занимаемся производством женской одежды больших размеров. Фирма Darkman существует уже более 40 лет. Мы продаем нашу продукцию в наших личных трех магазинах, два из которых находятся в Лалале, один находится в Османбее. Продаем мы свои вещи только оптом. Также у нас есть интернет-магазин, который на www.darknessshop.com. Умничка. Есть телеграм-канал. Есть одноклассники, есть контакты, есть Facebook, есть YouTube, есть Imo. И просто можно позвонить по WhatsApp. Есть интернет-магазины, все есть. У нас все есть. Либо написать в директ. Яркий, красивый. Как вам картинка? Дайте назад ответ, пожалуйста. Видно хорошо? Положите палочки вверх или какой-нибудь сердечки, эмоджи. Прореагируйте как-нибудь, пожалуйста. Ждем ответы. Да, если позвонить, мы работаем по видеосвязи. В шапках нашего Instagram указаны дополнительные телефоны первого магазина, второго магазина, также интернет-магазина. Вы можете набрать любого нашего оператора, либо менеджера, связаться и... включат видеозвонок и помогут вам отобрать ваши модельки. Представлены двух расцветки, черный и светлый серый. Ой, смотрите, какой классный, стильный, модный костюмчик. Он такой молодежный, идеальный бомбер, как сказали красотуля. Все наши стильные девчонки. Ну... не знаю, на кого вы попали, позвоните, пожалуйста, завтра с утра мне, и я вам с вами лично поработаю. Трубку обещаю бросать не буду. Приносим извинения, если такая ситуация произошла. И светлый серый. Линейки, три штучки сейчас. Сейчас напишем наш номер телефона, Darkman Shop. Очень выгодные цены. Там будет написано Darkman Shop. Вы спросите, пожалуйста, Наталью или... ну, спросите меня, я вам помогу, обещаю, завтра утром. Сейчас как бы не могу, но завтра утром обещаю. Очень стильная жилетка с брючками. Ох ты, я такой костюм не видела. Ну, это как придет, так же идет.
сразу. Улетная очень модель. Очень даже интересно, стильно так. Вот по бокам. Хочу показать. Лампас. Сюда гольфики какой-нибудь или рубашечки, кофточки. Что хотите, можно одевать. Меня зовут Наталья. Да, я же вам сказала, что цены у нас со скидкой автоматически обновляются. Как только приходят скидки, утром изменяются цены. 100 грамм мех, лампас идет на брючки. У всех костюмов высокая посадка. Здравствуйте. Рада вас слышать и видеть. Пишут только негатив. Расскажите, как мы сегодня с вами поработали. И очень было приятно, и оперативно, и быстро. Мне будет приятно. Это же правда? Еще один чудесный костюм. Который можно под любой цвет сумки таскать. Под любой цвет маникюр, под любой цвет обувь. Да, идет на короткий замок, удобно одевать, снимать. Кто-то хочет маленький декольте сделать. Утяжки на капюшон, яркости цвета. На бока идет три клепки, можно разрезики сделать, можно закрытые видом одевать. И в мир, и в пир, и в добрые люди. Мариночка, ловите ваш чек. Напоминаю, у наших костюмов высокая посадка. Самый маленький из них 52 точно размер, не меньше. Но кто любит свободный стиль, можно его одеть и на 48, потому как брюки идут на утяжке. А блузка, смотрите, какой рукав очень удобный. То есть он неограниченный, такой с напуском может быть, как наполовину летучая мышка. Где идет яркие расцветки, придобавлены люрикс и ниточка. Свет переливается. Фисташки голубенькие, фиолетовые, лилевые, оранжевые. Горчица. Малиновые. Кто хочет быть ярким? И здесь пишет кто. Вот. Спасибо. Смотрим дальше. Костюмчиков у нас много. По вашим просьбам, пожалуйста. Спортшик. У нас худеют до праздников, потом красиво одеваются, а потом худеют после праздников. Вот, пожалуйста, кто решил заняться после праздников спортом, вам к нам за костюмчиками. Ну, такой стильный, такой игривый, что ли. Мы всегда рады новому сотрудничеству. И если вы с нами еще ни разу не работали, пожалуйста, звоните, пишите. Мы очень рады будем вам помочь. Кому удобнее писать в Инстаграм, пишите в Директ. Кому удобнее, пожалуйста, по номерам телефона. У нас в шапке профиля указаны телефоны. Ну, и сейчас мы закрепили под этим видео контакты, куда можно обратиться. Также вы можете сделать заказ, и если вы с нами работали уже, в любой из наших магазинов. Весь товар есть в ассортименте. Да, мы хочу работаем только оптом. Хочу показать косички. Очень хорошая задумка, топлива, легкая, большие размерчики.
Сейчас очень хорошие цены. Вот, Мадиночка, расскажите, что трубочки мы не бросаем, очень долго, кропотливо работаем. Говорят, не отвечают. Отвечаем очень даже цивильно и культурно, и поздно вечером, и работаем, и терпение у нас, правда, есть. Уважайте наш труд, это соль для вас, девочки. А мы любим наших клиентов. И идет еще вертикальная полоска, очень хорошая страны, и топлая, и легкая, и хорошая цена. Это что-то очень интересное. Очень стильное, качественное, модное, толстое и легкое, и большие, свободные. Хочется прям завернуться в нее. Смотрите, какая прелесть. Я тебя не дам. А моего размера нету. Увы. По поводу стоимости, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам, потому что рассказывать и одновременно узнавать стоимость просто невозможно. Единственное, что могу сказать, что в серии 3 штучки. Единичка у этой модельки может быть и 48, и 50, и 52. Думаю, троечка до 58 точно будет. Капшончики есть? Смотрите, какие интересные брюки, какая вязка. И молния здесь функционирует, по-моему, да? Не да. Для красоты. Рабочие молнии. Вязка видна, да? Черный с белым цветом. Такие, как ручная работа, такая элегантная. Был бы мой размер, я бы тоже себе такой бы приобрела. Мы розницу не продаем, только оптом. Серии надо покупать, надо. Ой, без шанса я. В таких вещах очень удобно быть на даче, на природе. Смотрите, наши вещи яркие и очень комфортные, что немаловажно. Эта модель называется «Вау». Вау. Потому что суперская. Поверьте, я знаю, про что я говорю. Очень хорошая, стильная, модненькая модель. Сейчас есть наличие, и сейчас очень хорошие цены. Ваш шанс. У меня 42. Русский, не турецкий. Она боится кушать. Она боится кушать. Нет, я просто на правильном питании. Поэтому... Сохрани сделали? Продолжаю. Немножечко попозже. Вас ждет небольшой, ну не сюрприз, а могу порадовать. Пришли модельки, которые много ждали, всего лишь 6 штучек. Сейчас мальчики получают, и мы обязательно вам их покажем. Что немаловажно в этих костюмах, они на молнии. Очень удобный капюшон, мягкий. Комбинированная, здесь косички. Люрикс есть, и косичка есть. И ткань так скомбинирована, что она идет как жатка, поэтому руку будет стройнить ручку. Вязка еще идет, добавлена люрикс ниточка. Здравствуйте, здравствуйте. Переливается свет, такие светлые серые. Маленький накладный карман. И брючки. Черно-белый цвет всегда будет в моде. Ничего лишнего. Такая вещь черный серый порадует вас в вашем гардеробе. Не комментирую. Здесь очень интересно сделан сюда верх. Сюда не надо комментировать, не надо лишнего слова. Это просто
Бесловная модель. Вот так говорим. Бесловная модель. То, что надо, все есть. И хорошие цены, и большой размер, и спорт, и шик, и высокая посадка, и талия резинка, и замок полностью, и накладный карман. Ажурная ткань идет, капюшон. Здравствуйте. Такая же форма, где будет манжетик. Пахвизом прикроет жакет. И есть утяжечка, кто хочет подчеркнуть линию бедра или уменьшить свой размерчик. Понизу будет. Это уже для фантазии, да. Как вы хотите. А сзади смотрится как красивый пиджак, стильный такой. А будете выглядеть самой красивой. Элегантной, стильной и модной. Даже на пробежке. Да, мы сохраняем наше видео. Его можно посмотреть в спокойном режиме. Сделать скрины, те же фотографии с экрана. И отправить нам в директ. Директ – это личное сообщение, которое можно написать на аккаунте Instagram, с которого вы будете просматривать видео. Если вам удобнее писать в WhatsApp, напишите нам на WhatsApp, либо на Viber, кому как удобно. Также на Telegram можно. Действительно красивые стильные вещи. Очень удобные серии, 3 штучки здесь. Двойной, а то и тройной размер. Спасибо моде. Какая вкусная цвета. Фисташки такие. Яркости. Фосфорные. Сейчас нашим оптовикам очень удобно работать. Смотрите. Одну вещь можно продать на 48, на 50, на 52 и даже на 54 размер. Потому что сейчас у нас молодежь носит все балахонистое. Дамы, которые немножечко такие в теле, любят в обтяжку. Ну, то есть вот вещь 3 в одном размера, 4 в одном размера, что очень-очень удобно. Не остается остатков. Этот модель переставлен на 4 расцветки. Одна лучше другой. Все яркие, красивые, сочные цвета. Фисташковый, розовый, а теперь мы посмотрим еще одну интересную комбинацию, фисташковый с черным, и розовый с черным. Мы ждем ваших заказов. Мы хотим, чтобы были вы модными, стильными. И даже когда вы ходили на пробежку или вы погуляли с собачкой, вы были прям шикарными дамами, которой бы захотелось подойти, познакомиться и пригласить ее на чашку чая или кофе. По поводу стоимости, пожалуйста, пишите нам в директ. Директ – это личное сообщение, которое пишется, такая стрелочка вверху экрана. Либо на WhatsApp, на Viber. Эту модель даже не буду рекламировать, она у нас есть в каждом заказе, честное слово. Кто бы ни заказывал спортивные костюмы, она есть у всех. Осталось несколько серий, так что кто не успел приобрести, пожалуйста, ждем ваших заказов. Красивая, стильная, модная, еще и пайетки есть. Красивая сюда не хватает, даже очень-очень красивая. Ну, я думаю, у фабрики, которая на протяжении 40 лет занимается производством одежды, не бывает некрасивых вещей. Во-первых, очень удобные лекала. Во-вторых, очень большая практика, качественная ткань, очень добротные аксессуары. И здесь идет фон не черный, тон синего цвета. Дипломат, как я говорю. Здравствуйте, я очень рада, что вы к нам присоединились. Платье показывали вчера. И сегодня, если есть время, покажем. А сегодня мы покажем платье из такой же ткани, как спортивные костюмы, если останется время.
Смотрите, здесь даже перышки есть. Кто хочет быть прям таким гламурным? Вот, вспомнила слово. Гламурным. У нас даже спортивные костюмы так гламурно выглядят. Прям. И перышки есть, и камешки есть. И вот все. Если под... Ой, мне нравится этот очень костюм. Здесь такая расцветка, вот просто вот, ух, как будто побывал в космосе. Который можно одеваться и день, и ночь. Да, очень красиво, так стильно. Очень стильно и необычная необычная расцветка такая, да. Подходят наши мальчики с новыми моделями, которые получили. Это последняя модель, из которой спортивные костюмы. Сейчас показываем вам наша основная фабрика, которую только сейчас привезли. Которые есть в наличии, да. И... Еще горячие прыжки. Вот только поступили в магазин. Вот у вас есть свой магазин, мы не имеем к нему никакого отношения. И, пожалуйста, давайте начнем с моего любимого платья цветного. Мы с него начнем, пожалуйста. У меня сегодня его спрашивали клиенты, поэтому покажем вот. Да, мое любимое платье. Мы не только шьем платье в пол, мы шьем платье 7/8. Смотрите, какое шикарное. Оно прикрывает колено. Под высокие сапожки и больше сюда ничего не надо. Поливерчик такой теплый, легкий. Такая лёгкий. Приятная ткань, ну просто. Карманчики. Спрашивают, почему ты грустный? Он не грустный, он серьезный, сосредоточенный. Сводные расшили без шутки эфир и сделали. Черный цвет. И бордо. Это не бордо. Это ближе лиловый, не фиолетовый, такая. Нет, это не малиновый. Не малиновый. Вот тогда на экране он ближе к фуксии. Фуксия, скажи. А теперь медленно, вот так, чтобы люди успели скрины сделать. Пожалуйста, количество ограничено моей еще любимой модели. Опа, это сюрприз. Такого цвета не было. Фисташка. И еще один. Ой, моя клиентка будет завтра счастлива. Пожалуйста, граффити. Кто хотел, делаем скрины. У нас было... В линейке 2 штучки. 2. И здесь не 3, не 4. Только 2. Только что привезли. Пожалуйста, вам 5 рассветик. Сразу еще магазин открыт. Можно заказывать. У нас 3 магазина. Где вам удобнее, можно оттуда заказывать. Нет, так, держи так цвета. Вот, да. Подождите, секунду. Вот так. Граффити, фисташки. Я что хотел сказать? Только что привезли, горячий, еще рука горит, я не могу держать товар. Вот такая красота для вас. Представлены 5 рассветик, одна лучше другой. Такого цвета еще штучки. Не было, я не видела. Цена хорошая. Делаем скрины. У нас 3 магазина, оптовые 3 магазина. Где вам удобнее, можно оттуда заказывать. Даже если хотите, можно через наш интернет-магазин заказывать. www.darkmanshop.com. Телеграм-канал это Darkman Shop. Это наша фабрика для вас. У нас есть брючные костюмы из этой ткани. Если вы внимательно смотрели наши эфиры, мы их вчера показывали. Они тоже есть цветные, есть черные. Какое платье получили? Это новая модель, такой еще не было. Смотрите, какое шикарное. В серии здесь 3 штучки LXL и 2XL. Манжеты и... Медленнее чуть-чуть. 2 расцветки идет серебро и золотистый. Вот так поближе покажу. По-моему, будет видно.
Uh-huh. Это не краска, не клейка, все идет отдельная ниточка, наш труд. Давай перевернем. Изнанки сейчас. Смотрите, в кадре. Низ покажите, вот так приподними, вот так, да. Вот, так. Стой, вот так видно, да. Смотрите, пожалуйста, это серебро, манжет такой же и цвет золота. Очень стильные платья, ни грамма не дает объем, очень хороший странник. Очень странник, оно такое шикарное, вот просто, ну, вот. Качественное. Люкс. Сегодня у меня был заказ на кардиганы, они пришли, мы даже не знали, я думала, их не будет, потому как очень сложная работа, смотрите, какая прелесть, какие они красивые. Которые мама норка, папа норка, натураль писец, 100 грамм меха натуральный, который сионный, представлено 4 расцветки, первый свет идет. Граффити свет изнанки голубенькая. Очень красиво. Второй свет идет. Золотистый изнанки фисташки. Хаки, скажем. Фисташки, нет, фисташки. Не хаки. Он за счет золота так немножко тусклым кажется. На самом деле. Вот так. Третий свет идет, тоже граффити свет, изнанки идет малиновый. Но граффит идет, знаете, с серебряной такой нитью, поэтому он не темный, а переливается цветами. Придобавлена люрекс ниточка. Плетена так. Люрексовая нитка, да, вот. К серебру, и поэтому такая она вот. Серебряного цвета. Очень интересно получается модель. В серии у нас здесь. И здесь две штучки должно. Да, две штучки. Как зайчик, да, две штучки. И четвертого света идет тоже граффити свет, изнанки который идет бордов, яркий, сочный такой. Красный это. Я брал. Вместе со всей расцветкой в кадре. Как? Вот так, раз, что ли, устус такой, устус, да? Туда, в другую сторону. А вот так, да. Спасибо. Можете с экрана сделать. И мы ждем ваших заказов. Сегодня был в заказе кардиган. Пардон. Его хочу мех показать поближе. Мех натуральный, очень красивый. Еще одна модель с очень сложным рисунком на манжетах и по низу, как рифленая. Не как рифленая, это все вышивка такая из этого же ткани. Очень интересно. Очень хорошая задумка, элегантная такая. Расстегивается с клепками, накладные карман, натуральный мех. Такая же вышивка. Да, мех снимается. И в серии две штучки всего лишь. Пожалуйста, мех снимай, покажу вам. О, пожалуйста, половина без меха. Половина с мехом, кому как удобнее. Да, можно заказывать, пожалуйста. Сразу заказывать, потому что сразу можете. Магазин открыт, мы работаем. Все модели только-только получили. Еще одна горячая прыжки. Смотрите, новая расцветка какая интересная. Такая абстракция. Больше яркости добавлено. Представлено три расцветки. На этом, скажем, голубенький, золотистый и фуксия. Делаем скрины. Они же фотографии с экрана. Мы ждем ваших заказов. Хочу вам поближе ткань показать. Начали с черной стороны. Трикотаж. Тепленькая, легкая.
добавлены яркие расцветки. Ну, очень приятное тело, очень-очень. Это где идет разные цвета, девочки, это не краска, это все один нитка идет. Вот от спинка еще будет выглядеть нормально. Посмотрите, яркости такие красивые, офисчик. Можно чисто как нарядка, можно каждый день. Брошки сионные. Это штучку. В линейке 3 штучки. Сейчас наличие. Сводочные привезли. Получили костюм. Кто знает модель? Бессловные. Этот костюм офисчик, вот просто. Блюзон, это не жакет, это блюз. Идет такие. В воде там видят. Юбки. Это смотрится как очень красивый такой вот. Баланчики. Люрикс. Изнанки. Сложная работа, как я и говорила. Ничего не торчит. Это, представьте, каждая отдельная ниточка в плетении, когда шьется. На этом фабричные вещи, которые мы получили, закончились. И дальше мы вам покажем. Нет, еще одна модель. О, еще одна. Хит модели в сезоне. Старше, чем я модель, но всегда. Звезда сезона. Фламинго называется модель. Получили партии, сразу ушел на заказ. Пару серий, по-моему, есть в наличии. Немного. Кто хотел, пожалуйста, всего 2 серии есть в наличии. Сейчас обязательно в сезоне, в начале сезона будет модель. Также угадаю. Посмотрите, какая стильная брошка. Это съемные. Да, юбка в пол. Карманчики есть. Предыдущего костюма я поняла, что вы спрашиваете, да, юбка в пол. Сама ткань идет, кто не знает модель, я про нее говорю, сама модель идет. Ткань, катон с эластаном, который тянут. Вот. Выглядит как 3 пуговка, не пуговка, это брошки, розочки. Расстегиваются с клепками. Карманчики есть. Утяжки можно чуть-чуть завязывать. Вот так стиль боку сделать. Маленькие разрезики в спине. Сейчас шубы, дубленки снимайте. В начале сезона будете такие. В омут. 2 штучки. Это плащ или платье-халат? Это плащ. Двусторонние полтышки на сентапоне. Одна сторона будет черная, второй стороны будет... Очень-очень интересная модель. Смотрите, она делается в объем меньше за счет планки и больше. Есть эта штучка. Она убирается, снимаемся. Да. И застегивается сейчас. Мы... Может поэкспериментировать. Держите, пожалуйста. Шумно тут. Размер поменьше. Пожалуйста. Было 52-54 единичка, стало 50, 48-50. Очень интересная модель, всего лишь 2 штучки в серии. Идет на скидке. Двусторонняя. Черная. На сентапоне, накладные карман. Супер. Делаем скрины, ждем ваших заказов. Возможно. Для женщин в положении, а по-моему для всех дам, которые только одеют и поправляются, вообще идеальная вещь приобретение. Очень экономно. Продолжаем следующие модели наши, которые идет со сумками, с комплектом. Тоже двусторонние
Пальтишка, не сантапоны, с капшоны. Тоже две штучки в серии. Да. Очень удобные. Утяжка есть. Карман есть. Модно, стильно. Все для вас. Еще и по скидкам. Есть в наличии. Следующая модель тоже двухсторонняя. Классический черный. И яркий такой, с такими черными накладными карманами. Удобный вместительный капюшон. И всего лишь две штучки в серии. Спасибо. Делаем скрины. Давайте поддержим наших мальчиков. Нашего Шукри, он сегодня бедный один работает. Держите меня. Да. Отправьте нам сердечки или лайки. Продолжаем следующую полтишку, тоже на сантапоне, тоже двусторонняя, тоже теплые, хорошие две штучки в линейке, тоже со скидками. Сейчас немножко осталось, тоже пару серий есть в наличии. Первый цвет идет как парламент цвет, такие проливаясь, видно, по-моему, цвет, такие накладные, как сумочки, карман. Второй стороны будет такие молочные цвета. Светлые, бежевые такие. Без всякого лишнего. Ничего лишнего. Да, очень модно, стильно и красиво. И сейчас стоимость как кофточки. Да, модели на скидке. Вы знаете, насколько я не очень люблю красный цвет, но в этой модели он просто идеально смотрится. Такое красивое сочетание. Вот, смотрите, какая прелесть. Две штучки в серии, плащ. Вы даже все прекрасно знаете, что в конце января у нас уже будет летние коллекции. И кто не успел приобрести на весну плащи, пожалуйста, они на скидке, цена замечательная. Еще здесь сумочка в подарок идет. И в серии всего лишь две штучки. Еще один секрет, сумочка тоже двухсторонняя. Да, ее можно переворачивать красной стороной и с рисунком. Следующий модель тоже дождевик. Тоненькая плащовочная с катоном ткань. Очень мягкая. Вот видно, по-моему. Одела и пошла. Стильно, сейчас модно и красиво. Со скидками. Для помады карманчик маленький. Только помада, больше ничего не влезет. Боковые карманы есть, конечно. Тоже снизу утяжка. На обе стороны. На рабочие, да. Спинка полностью будет вот такая. За устяжки. Можно стил баллон одевается, можно такая прямая. Кто просил платье покороче, пожалуйста. Платье туники. Которые под колготки, сапожки. И... ткань здесь комбинированная. Меланжевый цвет. Понизу идет плащевка. Медленнее. Ага, будет красиво. Снизу идет плащовочная добавка с утяжками. Карманчики есть. В серии всего лишь две штучки, единичка и двоечка. Хороший такой, объемный. С ландером есть. Еще одна тонечка платья. Который хомут. Можно как хомут, можно как ободок. Тоже комбинированная ткань, такие, как клеточка джакартовая и двухнитка вискоз эластан. Тоже есть боковые карманчики. Накат дает объем спорт белого цвета. Туника платья, тоже спорт шик. Да, кто хочет подчеркнуть ножки, пожалуйста. Тоже удобные сериями, со скидками идет сейчас. Очень хорошая сцена. Удобные серии, две штучки.
Черная с белым была всегда в моде. Еще одна спортшек на кадре, девочки, пожалуйста. Кто хотите модель, девочки, скрин сделайте, посылайте нам, что хотите узнать в цене, объем грудь, объем талии, длина, объем рука, что хотите узнать, продолжаем ваши вопросы. Просто скрин сделайте, посылайте нам. И очень оставим. Удобные боковые карманы. Один-два российский какой размер? На это каждый, зависит... Можно я отвечаю? Да, пожалуйста. Один единичка идет у нас, каждая модель разные лекала. Это начале, первый. Каждая модель разные лекала. Есть прямая, есть разлетайка, есть вообще зауженные. Каждая модель разные лекала. Например, есть которые модели вообще... Вот это идет... единичка, например. Например, это идет, вот, пожалуйста, на 54-56. Да, 54-56, точно, в единичка подойдет сюда. Потому что я хочу сказать, каждый модель разный лекала, разный фасон, поэтому... Делаем скрины, отправляем фотографии точно, и по каждой модели распишем вам размеры. Угу. И еще один хочу сказать. У нас средний батал и супер батал. Маленького нету. И продолжаем следующую. В серии две штучки. Она к низу, смотрите, слегка расклешенная, поэтому здесь объемчик бедра будет побольше, чем в предыдущей модели. Комбинированная ткань, плащевка с вискозом, хомут съемная. В серии две штучки, модели на скидках. Здравствуйте, очень рада вас приветствовать. Такая же линия Пикассо. Яркий с ней тоже. Туничка платья. Модно, стильно и красиво. Почему называем туничка платья? Потому что смотреть надо, какой рост одевается девочки. Кто-то хотят как туничка, кто-то хотят вместе платье одевается. Два в одном. Два в одном. Модно, стильно и красиво. Два в одном. Да, правильно. Умничка. Клетка с джинсой, модно, стильно, актуально. Смотрите, как красиво по спинке идет просто клеточка. Запахом. А здесь оно так интересно сделано, как будто это платье. На самом деле это туника, там ничего не расстегивается, это все аксессуары. Зато есть карманы, что очень удобно. Добрый вечер, спасибо. Очень стильная модель. Джаккард с клетками идет. Тенсил ткань, комбинированная ткань, маленький разрезик, боковые карманы, накладные карманы. На рукавах. Регулируется. Рукавчик можно покороче, можно 3/4, кому как удобнее. Это все для вас и со скидками. И еще одно наше платье туника. Который очень стильный. Смотрите, какая рабочая здесь. Здесь и принт есть, и аксессуары молнии. Кстати, они открываются, закрываются. И 3D есть. Карманчики есть. У нас есть все. Но сегодня мы показываем вот эти модельки. Можно посмотреть наши вещи в сохраненных эфирах. Завтра будет новое что-нибудь интересное. Я думаю, каждый из потребителей сможет найти у нас ассортименты по вашему вкусу. Очень большой ассортимент, очень хороший выбор. Сейчас весь, три магазина уже, все товар со скидками для вас. У нас, потому что мы заканчиваем сезон, надо продолжать с новой сезона. То, что в сезоне мы самые ходовые модели тоже сейчас со скидками. У нас есть три аккаунта Instagram. Darkman Fashion, это инстаграм-канал первого магазина Darkman 2 Lalali, это инстаграм-канал второго нашего магазина в Lalali. И Darkman Darkwin, это наши
Османбей магазина Инстаграм. И вы можете писать им в директ для заказов. Это у нас 7-й этаж. Мы показывали спортивные костюмы. Также сюда мы принесли, кто пропустил, фабричные вещи, которые пришли 5 моделек. Новые, не новые, есть и повторы, есть и новые модельки. Которые ждали заказ. Кто ждал заказ, пожалуйста. Есть в наличии эти платья. Кто пропустил, просмотрите. Мы запишем, запись сохраним нашего эфира. Ждем ваших заказов. Спортчик. Теплые такие вещи, это 2 ниточки, вискоза, хлопок. Очень такие и комфортные. Тенсил. Да, еще и комбинированные. Тенсил — это джинсовый хлопок. Где он тебе еще? Растягивается полностью на молнии. Сарафанчик просили, покажи, пожалуйста, сарафанчик. Девушка только что спрашивала. Специально для вас. Под любую водолазочку, под любой свитерочек. Смотрите, какая под будет прелесть. Под любой рубашек. Да, под рубашку. Можно как жилетка, можно как сарафан. 2 в 1. Накладные большие карманчики. Мы очень рады, что вы были сегодня с нами. Смотрите, какой интересный кардиган. Не кардиган. Туника, это платье-накидка. Платье, не платье. Оно тут 3 в 1. Его можно носить и как кардиган. В серии всего лишь 2 штучки. Кто не любит аксессуары, они съемные. Это не аксессуар, карман. Он съемный. Кто не хотят, может снимать. У нас есть все, и латины, и брюки, и все, что вы хотите. Если скажете, боковой карман хватит мне, может это снимать. Зачем заплатить снимать? Так еще лучше. Мини-сумочка. Спасибо большое, что вы были с нами. Оставайтесь с нами всегда. Наши эфиры продолжатся каждый вечер. Что-нибудь новенькое вам покажут. Пишите в директ.